Приветствую, дорогие друзья! С вами Кейстример. Мы продолжаем наше прохождение Spellbook Demon Slayers. Давайте сыграем за Веллу. Пассивная способность. Берсерк. Вы наносите в 1.5 раза больше урона, но используете на 2 заклинания меньше. Стартовый бонус. Эффект сферы восстановления плюс 20%. Множитель урона против элитных демонов плюс 7%. Начальный навык. Доминирование. Разрывают ближайших демонов. Пораженные заклятием элитки призываются после смерти, повышая вашу силу. 13% эффектов чокеров применяются к этим призванным демонам. Что бы это ни значило. Погнали посмотрим, что такое пораженный бездный двор. Доминирование. Ничего из этого не хочу. Мне понравилась печать Армагеддона и Секач. Но с учетом того, что я могу взять всего 2 дополнительных заклинания, сейчас особо не поэкспериментируешь. Можно отказаться от доминирования, уж очень маленькая дальность атаки. Ну, Секача тоже, конечно. Так, такая себе. Давайте секач возьмем. О, прокачали. Грибочки, собачка. Прыгать. Мало цветочков. Неплохо было бы взять побольше реролов. То он нас скоро будет вынуждать брать то, что нам не нужно. Доминирование. Количество цепей снаряда плюс 1. ХПшка 92, вот немного прокачали за цветочки. Блин, насколько комфортнее по сравнению с 50. Ну хотя, может быть, также улетает на этом уровне сложности. Ну чисто по цифрам чувствуешь себя как-то поспокойнее. А не так, что ты сейчас коснешься, ну вот видишь, 12 всего сняли. Ну еще сколько-то сняли, ну не так. И суммарно всего на всего треть. А с полтинником уже 2/3. Доминирование. Вверх хищник. Смотри, есть вот такая штука. А, это эволюция доминирования. Повышает шанс выпадения сфер восстановления со всех демонов. Ну, это не то, что сейчас супер нужно.
Скорость каста плюс 45. Дать переброс. Демоны при спавне теряют броню, равную вашей броне умножить на 2. Переброс. Давайте проредить слабых. Гнайн убивает демона с хпшкой меньше 25%. И еще урон увеличить на 25%. Мне кажется, это очень хорошая вещь. Просто они сразу погибают. Сверхуровень. Расходуется, вы получаете 2 награды. Чушь какая. Дай скорость каст. Дать шанс на дополнительный снаряд. Так, сила разума. Сила разума должна эволюционировать в дополнительное заклинание. Ядовитый скач уже тоже 5 уровень. Дайте множитель крита. Все, кончились реролы. О, бронебойный. Интересно. Насколько бронебойного хватит? Ненадолго, конечно. Звездный секач, 8 уровень.
Сверххищник. Переброс улучшения. Давайте перебросим. Не нравится. Давайте скорость врага снижена на 20%. Не сказал бы, что заметно. Скорость врага снижена. Всего двумя заклинаниями рвем. Быстро мы справились. Сверххищник. Урон с 30 до 45. Звучит очень хорошо. Что мой персонаж немного замедленно. Множитель урона против элитных демонов плюс 30%. И урон еще плюс 30%. Демоны теряют 30% при спавне. Нет, давайте вот это возьмем. Охотник за головами. Полностью без крита тоже не здорово.
подавитель маны. Верх хищник. 11 уровень. Неплохо. Сила разума. Ну что, половина забега уже пройдена. Да довольно легко при том. На двух обычных заклинаниях. Броню тогда, чтобы потом ее инвертировать. И вот мы уже подлечились. Да, если взять сверхуровень, то будет две награды, а рерол не будет, а у меня одна ячейка. Зависнет, наверное. Ну, двойной выстрел мне не нужен, зачем мне убивать демонов с менее чем 20%, когда они и так дохнут с 25%. Давайте шаровые молнии посмотрим. Не, ничего не надо. О, инверсия вашей брони применяется к базовому урону. Значит, броня у меня минус 2. Так, разум галактики. Мне нужна другая валюта. Так, урон и размер снаряда. Но урон хороший, и косарь иногда фигурирует.
Состоятельный. Скорость каста. Нам нужен магнитик. Но вообще, если это максимальный уровень сложности, то я, честно говоря, немного удивлен. То есть у меня вообще очень много чего не прокачано. Я выбираю далеко не оптимально навыки, и проходится довольно легко. Может, еще разум галактики эволюционирует? Я ни разу не видел плюс одно заклинание. Ладно, давайте это возьмем. Заклинание же еще надо прокачать. Ну, будет у нас слот под заклинание. Ты его прокачай еще. Он надо хотя бы до 10 уровня. Прилетело немножко. Шанс на крит. Скорость каста. Дайте скорость каста. Вот эти каменные чуваки довольно сильные были. В предыдущем забеге, ну, казались. Но сейчас, когда ты сносишь косарь, они такими сильными не кажутся. Так, эволюция шаровых молний выпускает искры, когда вы тратите ману. 5 за каждую оставшуюся. Надо потратить свой сверхуровень. Так, нам на юго-запад.
Скорость каста также применяется к регенерации. Даже сверхуровень не хочется брать. Все, отстой. Давайте ультиматум. Мы чуть слабее, противник чуть сильнее, награда чуть получше. Множитель урона против элиты. О, 10 уровень уже у жука. Астроцветок, 7 штук. Пойдет. Три минуты остается. Ну, ничего не предвещает, что мы не устоим. Плюс сверхуровень, радиус свечения. Давайте возьмем. У меня два сверхуровня. Надо их качать, конечно. Сейчас уже. Не надо тянуть кота за бронепоезд. Вот множитель крита можно взять и просвещение. Вот. Скорость и дальность снаряда. Урон почти 1500. Надо же. А хпшка-то падает. Нормально так. Ошибок тут не прощают. Освещение возьмем сейчас. И шанс на крит.
Так, а если броня минус один, это броня плюс один. Отлично. Надо броня, чтобы была минус 10. Ну, хпшка что-то не восстанавливается. Кто-то давит, что ли? Кто давит мою регенерацию? Подавляет. Одна минута осталась. Лошадка? Да, как будто у меня ничего не восстанавливается. Странно. Может, я что-то взял не то? Честно, не вкуриваю. Почему у меня хпшка не останавливает? Ну, это прям небольшая хпшка. Можно сдохнуть. 57-то. Давайте испытание на время. Давайте скорость передвижения. Урон и размер снаряда. Дать шанс на крит. Нет, восстанавливается. А, есть какая-то отметка у нас. Да. До этой отметки просто станет до 67. Понял. Видимо, я что-то взял, что приводит к этому. Как всегда, я невнимательно прочитал. Так, шанс на крит. На критуем всегда. Шанс крита умножается на 1% каждую секунду. А уже воскрешение произошло. Нарвался. Еще урон по элитке плюс 30. Ну где эта элитка? Смотри, как я выношу элиту.
Ну, урон там, который фигурирует, вообще кого-то больше 10 тысяч уже. Просто сливаются цифры. Не могу понять, столько, не столько. Но что-то кажется, что очень много. Ну, по 5 тысяч сносит. Вот 17 тысяч. А может, это 700. Я поймешь. Крит против элиты. Наверное, 17 тысяч может быть. Шанс нанести тройной. Максимальный уровень, скорость движения. Ну да, и максимальный уровень. Да, но до 50 уровня, даже на вот этом уровне сложности, просто до хрена. Но уровни-то идут не так быстро. И до 50 дойти. Что-то открыть. ХПшка плюс 77, урон обходит щит энергии. Давай. Шанс увернуться от урона. Ну как такового челленджа я здесь не вижу. Ну просто прут урода. Хотя посильнее, конечно, не становится. Но челлендж есть только вот в 50 уровне. Вот в чем прикол-то? О, прилетело. А вот и челлендж. Ну, если до 50 уровня, то да, сложновато. Нужно еще покачать персонажа. Звездный секач. 10 миллионов. Громовой рой тоже неплохо. Я проявил 8. А сверххищник вполне можно было поменять. Так, новый персонаж. Эдем. И Берри. Ага, у нас всего 3 слотика. Оживление взял одно. Вверх уровень. Еще сюда можно что пихнуть. Еще одно оживление. Еще один сверхуровень. А, нет. Макс уровень. Шанс на дополнительный снаряд. Или макс.
какое. Максимальная мана равна 7 или более. Фига себе, у меня никогда не было маны 7 или более. Регенерация удваивает. Восстанавливать хп. Количество цепей снаряда. Ну, посмотрим, наверное, еще оставшихся персонажей. Ну, так, в принципе, ну, непонятно. Чего нового добавляется в игре по мере прохождения. Совсем немного. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. До встречи. До 4. Всем пока.